What's up, guys? Хотите, покажу, как выглядит новая турбина Носотика и новое сцепление на боевика? Сейчас. Вот так, блядь, вот так оно все выглядит. Убери нам чим на Серегиной тюнинговой Хонде в магазин AJS, который любезно предоставил мне скидку 50% на сцепление Эдель. Двухдисковая керамическая хабовая сцепка. Слышь, Серый, ну, блядь, руль просто песня. Розовый, ты весь как смурфик сидишь, голубые штанишки, розовый руль. У меня еще Пикачу на ноге. Ой, блядь, откуда ты взялся такой, а? Опа, нам сюда. Пришел за заказом, нажми на звонок. Привет. Так быстро. Мы за сцеплением. Таким? И за турбиной. Номер. А номер заказа нужен, да? Да. Блин, он в телефоне, я снимаю, ладно. Слышь, нихуя себе, они все склад отгрохали огромный. Серега, мне хватай катушку вон ту розового шланга и обматывай свою тачку вдоль и поперек. Стоим, ждем. Все, закрывай. Ча. Охуенно. Чисто владивостокский движняк. Заехали пацанам к гостям. И тут я понял, то, что мы купили турбину-то совсем не ту. Надо было брать вот такую. Ебать, это гигантский черный хуй. Видали, это просто пизда, Серега. Турбина больше, чем твоя башка в 3 раза. Ну, кстати, да. Да впуск-то еще ладно с ним, впускает, но турбина, вы видели? Я того все ебал. Это смерть. Ебануться. И вся эта красота стоит в 155-м крауне. Наверное, не поедет, а полетит. So, мы вернулись в бокс, сейчас будем делать unpacking. Поехали. С чувством, с ритмом расстановки. В комплекте идет. Куда ты так торопишься? Давай обратно. Надо все показать. Две наклейки, Эдель. Тут у нас что? Ебучая макулатура, которая вряд ли тебе когда-то пригодится. Еще наклейки. Что это такое, блин? Еще две наклейки. BMW, что ли? Ну его нахуй. Еще две наклейки там. Тут еще BMW. Угу. GTR. Это что? Инструкция пользования. В принципе, разберемся. Так, с этим понятно. Выглядят наклейки. Поролоновая защита. Да, бля! О, давай, протыкай. Все, целочка срезана. Давай, рвем ее, блядь. Вот так, иди сюда, сука. О, блядь, хорошая. Блядь, лови килограмм 30. Хорошая. Что мы имеем? Двухдисковая керамика. Новенькая, охуенная. Также в комплекте идет переходник под обратный выжим 154, но нам не пригодится. Потому что у нас коробочка RH63, она уже идет под прямой выжим. Пакетик с какими-то болтами. А, это для выжимного, да? Ну и в целом все. Давай откроем турбину. Турбо! Это полегче. Ага, вот она. Китайская тридцатка. Прокладочка. Прокладочка. Это тебе надо проложить, чтобы где-то ничего не текло. А у меня вроде не течет. Давай я посмотрим. Слушай, ну если сравнить с прошлой... Ну-ка. Молодой, притарань старую турбину, пожалуйста. Сейчас чисто на взгляд скинем, насколько она меньше. Неправильно. Юречка. Вместо вот этого 200-го Borg-Warner'а мы ставим 30-ку. И, кстати, мы нашли проблему, почему, блядь, у нас легла турбина. Сейчас покажу. Так, где-то здесь была проблема. Секундочку. А, вот она проблема. Смотрите. Фокусируемся. Ага. Что у нас тут написано? Made in USA. Пацаны, турбина попала под санкции. Володя, шикарные сиськи. Итак, меняем шпильки с Т3 на Т4 или с Т4 на Т3, чтобы установить нашу чушку в софика. У Сереги ничего не меняется, он снова красит руль. Ты его красишь чаще, чем тёлки красят свои ногти. Ладно, уговорил, помогу тебе с тюнингом. Где там твой руль? Опа, смотри, какой гудок, а? Болтом. Болтом стоит. Будешь, знаешь, как сигналить? Вот так. Слышь, ну ты пизда.
спасибо, блядь. Ёб твою мать! Что? Слышь, там с коровы потекло. А где ты был, Вова? Что ты раньше не сказал? Я, блядь, делал машину. Да, Василий, вот он, Слава. Вот подарок. Запуск дубль 2. Надеюсь, сейчас мы все прикрутили. Days later. Что мы имеем? Мы имеем полностью собранную подкапотку. Вчера поставили турбину, завели. Вроде она крутится, масло льется, в теории все работает. Поставили всю пайп-трассу на место, закрепили аккумулятор. И сейчас мы ждем настройщика, чтобы поехать на настройку. И останется только молиться, чтобы это дерьмо не развалилось, когда мы выйдем на полный буст. На второй откроешься. Пол? Not bad, not bad. Все, настроили пацана. Вроде бы турбина не легла. Надули туда 1.5 очка. Все это дело стружит достаточно весело. Посмотрим, что будет дальше. Выехали на боевые тесты сотика. Чап! Сейчас дали пару раз. И маслопомойка наполнилась. До отказа. Мистер Кобра, каково это состояние алкогольного опьянения, чинить мне машину? Мистер Кобра на вольтах, ему похуй. Он выпил литр пива, 0.5 литра медовухи, и бутылка у него еще одна стоит. И сегодня у нас специально приглашенный гость. Прямо из Техаса. Прямо из Техаса. Yes. Это его трек играется, yeah. Мы нарубили его трек. Слышь, ну нулевику пизда, да? Он прям жиденький, но это пропитка, это пропитанный нулевик. Я читал то, что нужно пропитывать нулевики, чтобы они лучше улавливали пыль. Но в целом сотик стружит просто пизда, прям. Fuck, bro. Oh, that was so sick, bro. Oh, fuck. Nah, that car is crazy, bro. Охуеть, блядь! О, чёрт! Это чёрт! Ебать, ты эффектно появился, WhatsApp. Чё, как показался? Это твои следы в центре были? Нет, а чьи? Походу Тёмины? Нет, и не его, и не мои. Походу Аба и Латиш. Можно поехать туда? Чё, бать, ты как? Охуенно. Бля, братишка, ты был сегодня хорош. Теперь пора спать. Опа, стояночка. Чё тут у нас? Спойлер! Охуеть! Реально, смотрите, спойлер. Кто-то выкинул на помойку спойлер. Йоу, двигаемся с пацанами по суете. Едем забирать Сильвию, братана, чтобы отвезти ее для подготовки к предстоящему сезону. Че, парни, как вам, удобно на салоне? Охуенно. Охуенно. Потому что это седан бизнес-класса, блядь. А мы бизнесмены. Опа. Так, мы на местности. Дэм. Шикарная тренажка, братан. Есть, конечно, пара косяков, но это мелочи жизни. Тачка-то боевая. Кто-то тут натер двери ему. И тут... Короче, есть хорошая новость, есть плохая.
Давай с хорошей. Машина на месте. Ага, а плохая? Скорее всего, окно вызовет. Блять, ну да, будем. Катаем тачку туда-сюда, как дебилы, нихуя у нас не получается. Нужно прикуривать. Ждем кореша на Хонде с крокодилами. Снимаем пока тиктоки, занимаемся хуйней. И, соответственно, любуемся видами. Ну, виды, конечно, с этой стороны такие себе. А вот с другой стороны этого дома виды просто ебнутые. Все, приехала Хонда техничка. Сейчас будем прикуривать Сильвию. А руль какой, я ебанулся. Так там вообще... Блядь, Серега, в кого ж ты такой-то, а? Я понять не могу. Че, Леха, думаешь, как тебе Сильвия? Заебись, ну, Жига лучше. Все. СР! СР Power! Серега, твоя Хонда не подвела в очередной раз. Ну, ничего нового. Дорогой дневник, не передать словами ту боль, которую я испытал только что. Видели сотик на предыдущих кадрах? Весь целый, красивый. Больше он не такой. Теперь он выглядит как-то так. Мы забыли закрыть капот. Я раздулся на этой хуйне со всей дури. И он тупо отлетел. А вон он уже едет. Ха-ха. Это пизда. Мне кажется, это ваше. Че, это мое? Да. Слышь, это и вправду мое, кажись. Че? Ему пизда, да? Нет, он целый. Слышь, ну почти как новый. Пацаны, у нас проблемы. Мы забыли закрыть капот. Прикинь, я того все ебал. Я того все ебал, блядь. Ты твою Сильвию тоже ебал. Мистер Кобра, это ты меня заразил этой хуйней с открывающимися капотами, блядь. Крышу покоцало, пиздец. Сука, только раздулся, блядь. Два раза было. Охуенно? Охуенно. А у тебя вот эта тема была? Да, я ее поднял. Заебали, потому что она на капот с четырьмя зубками. Ой, блядь, я того все ебал. Suicide Gang. Оу, ще. Не охуеете от моего зонтика. С рукояткой от катаны, я прям как настоящий самурай. Да, пацаны, сегодня на улице идет дождь. Я бы мог сидеть дома и спокойно есть борщ. Ну, во-первых, я не умею готовить борщ, а во-вторых, я не особо люблю сидеть дома. Да и как я могу сидеть дома, когда мой боевик стоит один, скучает и морально разлагается? Не. Плюс ко всему нужно посмотреть на последствия вчера открывшегося капота на сотике. На самом деле все не так страшно, как могло показаться на первый взгляд. Из потерь. Немного покоцали капот, он расслоился на две части. И где-то здесь есть пара небольших вмятин. В целом нихуя страшного. Капот подклеим. Вмятины мне выправит локальщик, и сотик снова будет как новый. До тех пор, пока я его, блядь, не сломаю опять. Дэйм! Что за красотка? Видели Альтезу в недавнем ролике? Вот именно ее я и разыгрываю. Выглядит она просто бомбезно на этих 18-х ганбаях. На хорошей фитухе. У, сука, сочная. Под капотом там стоит двигатель 1JZ GTE VVTi. Опа! Совсем стоковый, просто накручен килограммчик буста. В паре со 154-й коробочкой. Ничего лишнего, все по школе. Строгий внешний вид, на хорошие фитухи, силовой мотор и надежная императорская трансмиссия. Почему? С завода Альтезы не выпускали на этом моторе. Их выпускали на 3S, на 1G. Ну, еще гиты были на 2JZ Atma, но это все равно не то. Ибо JZ на этой платформе чувствует себя просто отлично. Как по мне, Альтеза это один из самых ебейших кузовов в седан. Которые четырехдверые, шарите, да? Седан, купе, семья, развод. Опачки, что это тут у нас? Так, ну это совсем маленькое, а это совсем лысое. Слышь, они совсем и лысые. Нормальные покрышки.
Короче, Алтеза — это топчик. Просто охуевшая, ебейший, ебейшая, красивая, пиздатая, не устаревшая морально. Охуенно рулящаяся. Да, Василий? А вон ходит хозяин этой машины. Василий, что вы чувствовали, когда я пролетал на вашей Альтезе мимо столбов? Вы так ни разу не делали, да? Да, пятая точка сжималась сильно. Ну да, такая пятая точка, блядь, я представляю, как сжималась. Наверное, она смогла бы перекусить лом. Капец у нас в боксе вайбово. Этот цвет так кинематографично падает на твои шикарные ноги в розовых носках, Володя. А? Что у вас тут получается? Угу. Пацаны ебутся. Ну, в смысле, не друг с другом, а с машиной. А тут пацаны ебутся не с машиной, а ебутся друг с другом. В троечка. Ёб твою мать, ты что сделал? Зачем ты разобрал машину, мистер Кобра? Она мне не нравится. Так как тебе это собирать будешь? Пока не знаю. Ты что, ёбнулся? Выглядит кошмарно. Выглядит так, как будто, вот если бы я разобрал, я бы оставил нахуй как есть, просто и ушел. Я на моменте, когда уже снимал торпеду, уже было страшно. А да? Сейчас я уже обосрался. Ну это пизда, это просто дичь. Нет. Я не понял, а кто пряник не доел? Почему пряник кинули на прессе обгрызанный? Молодой, это ты? Да. Так, Вова застрял, давай я тебе помогу слезть. Ты неровно ставишь. Вот, ровно. Давай, 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 давай. Оп, оп. Мимо, сука. Пока легко не дает Вова. Пока легко на душе не станет. Хорош, слушай, молодой, делаешь успехи. Suicide Gang. Вы что делаете? Вы что, ебанулись, так, блядь? Так вот подписание, похуй. Вова, вы что делаете? Это Лаурель, блядь, в 33-м кузове. Вы что делаете? Вы что, ебанулись? Вы списываете кузов живой. Гандоны. На самом деле не такой уж и живой. Пару дней назад Володе выписали 12.5.1 по полной программе. И он планирует менять кузов. В данный момент, в субботу ночью, мы находимся в боксе. И уже изрядно нахуярились с пивом. Состояние кондиции такое. Я готов ставить коробку на Skyline. Вот такое состояние. Блядь, телефон уронил, сука. Состояние мистера Кобры такое, то что он не спал двое суток, делая, блядь, проводку на своем 90-ке. Короче, нам пизда, парни. Блядь, тут нихуя нету. Мне нужно пиво. О, давай. Вова, ты готов ставить коробку на Skyline? Да. А почему такой запыханный? Ты где был? Я бегал. А почему кофта сухая и совсем не пахнет? Я придерживаюсь своей тактики. Серега! Серега, ты что, ебанулся? Серега, блядь, ты же девочка, ты куда впихаешь коробку? Ты двигатель ставишь. Вы что, ебанулись? Стой, стой, не поднимай. Мы пока пили пиво, Серега в одно рыло схватил коробку и начинает ставить ее в Skyline. Он всем докажет, что он мужик. Я вообще в ахуе. Кстати, видели? Фары. Мне пришли фары на Skyline, дорогобаксовые. Фары, блядь. Дорогобаксовые, сука, фары. На Skyline. На самом деле купил я их недорого у подписчика. Состояние такое себе, но они стоили 3000 рублей. Только есть одно но. Знаете, сколько стоила их доставка? Их доставка стоила 8000 рублей. И я в ахуе. Слышь, вы как Бим и Бом, Лёлик и Болик, Бонни и Клайд, Сид и Нэнси, Штепсель и Тарапунька. Так, шел второй час установки коробки. У нас нихуя не выходит. Но мы пытаемся. Но мы пытаемся. У нас нихуя и не выйдет. Вот, Suicide Game. Мы поставили коробку. Братик, ты упал. Мы поставили коробку. Мы сломали зажигалку. Но мы поставили коробку, смотрите. I get troubles on my mind!